МВД России проводит замечательную патриотическую акцию «Песенник Победы». В год памяти и славы 75-й годовщины Великой Победы мы вспоминаем не только подвиг наших дедов и прадедов, но и песни, которые исполнялись под гармонь возле фронтовых костров в годы Отечественной войны. Общественный совет при УМВД России по Калужской области совместно с сотрудниками полиции представляет вашему вниманию клип на песню «Любимый город», которую впервые исполнил Марк Бернес в кинофильме «Истребители». А с 1941 года эта песня стала поистине народной. Поздравляю вас с праздником и желаю приятного просмотра.